раза дороже, но я просто, блядь, изначально это нашел, думаю, блин, надо на крайдах наши заберем. Планшет Пеппы. Нарисованы паршиво, но наша смотрит с удовольствием. Смотри, вот, ну, позорище нарисовано, да? Называют. Просто как-то вообще. Да. А там на этом планшете это что можно делать? Черт не знаю. Картинка какая-то вставлена. Планшет Пеппы. Так это скорее всего нажимаешь, доска, а пищит и все. Доска для рисования со стуслом. Доска для рисования. Там ничего надо. Бумажка вставлена, типа этот, мобильник. Чушь собачья, за 200 рублей, 219. Кусок пластмассы и бумажка вставлена. А, там может быть бумажки. Ну туда вставлять надо, я так думаю, да? Со, карандаши со стуслом. А, со стилусом, вот что. Вот стилус-то что, как карандаш? Там кто-то уехал. Не знаю, я не смотрите, смотрите. Там да, кто-то уехал. А? Провалился. Или хорошо несся? Нет, провалился под асфальт. Так он почему туда провалился-то? А, он заехать хотел. Давай, поверну маленько сам. Вот это чудеса. У меня вчера в саду вот такие вот хреновины накопаны, черноземы, горы. Тут овариваешь, кстати. Да. Причем там кто-то. Я не знаю, это крытые или кто, но, короче, они у меня подкопали плитку. Вот это 80 на 80, плитка села и песок выдавила. Может, я тоже уходил от них.